надолго, потому что сборная России проводит свой последний товарищеский матч, важный товарищеский матч перед Евро-2012. И в соперниках у нас сегодня в Цюрихе на стадионе Летцегрунд итальянцы, четырехкратные чемпионы мира и чемпионы Европы 68-го года. Ну, кстати, что касается первенств Европы, тут мы с ними на равных. И сейчас будет минута молчания, посвященная памяти тех, кто погиб во время недавнего землетрясения в Италии. Может быть, вы слышали об этом группе. Если бы поточнее сыграл Антонио Кассано, счет был бы открыт. Итальянцы уж больно легко воспользовались свободной зоной в центре поля. Вот такой прорехой превратили эту прореху в огромную дыру. Зырянов, Широков. Есть передача, бить нужно! Нате! 1-0! Футболисты сборной России открывают счет. Отличная комбинация через центр. И то, что не сумели сделать итальянцы, делают футболисты сборной России. Еще раз смотрим. Широков оторвался от Андреа Пирло. Здесь здорово поборолся Дзагоев. И дальше удар Киржакова. Маджо как трагически стоял на коленях, как тень отца Гамлета. Давайте еще раз посмотрим. Ну вот и Дик, адвокат, обрадовался. И сразу же замена. Поменяли Монталиво, кстати говоря, итальянцы. И вместо Монталиво вышел Ночерино. Джовинко. Сразу же жестко и очень уместно атаковал его Юрий Жарков. Жарков. Аршавин. 4 в 3. Отличный шанс. Широков. Налево. Можно было, конечно, поаккуратнее воспользоваться такой ситуацией. Но вот сейчас удар. 2-0 в пользу сборной России после грубейшей ошибки итальянской обороны. Роман Широков удваивает преимущество нашей сборной. Чем дальше, тем интереснее. Давайте мы еще раз посмотрим. Маджо и Десантис. Два футболиста, причем играющие вместе, за Наполи не разобрались. И в итоге Десантис выкатил мяч под удар Роману Широкову. И 2-0. Осталось 2 минуты. И сборная России в атаке. Павлюченко. Штрафной. Кокорин. Передача. 3-0 в пользу сборной России. Роман Широков еще один мяч забивает в ворота Италии. Итальянцы свистят по адресу собственной сборной. Наши празднуют третий мяч. Давайте еще раз посмотрим. Маджо опять жжет ярким пламенем просто в собственной штрафной. Но это в конечном итоге не наши проблемы. Я думаю, что не стоит уж слишком преувеличивать значение этой победы. Точно так же, как не стоило впадать в какое-то полуистеричное.